Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алекс, и вы попали на мое новое видео. У нас сегодня наконец-то долгожданный руф с крутыми перелазами. Надеюсь, что в конце, конечно же, будет охрана, как обычно вы это любите. Я думаю, все мои подписчики прекрасно знают эту крышу. На ней вышло мое первое видео с паркуром. Но сегодня мы находимся на крыше, которая намного выше и намного интереснее. Это здание еще не сдано в эксплуатацию, поэтому мы сюда пробирались очень круто. Надеюсь, вы это зацените. Давно я не лазил, но наконец-то началась весна, как вы можете заметить, типа все мокрое, скользкое, но нам-то похер, поэтому сегодня будет очень круто, присаживайтесь поудобнее, берите чаек, печеньки и погнали смотреть охеренный ролик. Ребят, как вы могли заметить по прошлым моим видео, я начал зарабатывать на такой штуке, как вулкан, и хочу всем вам порекомендовать этот же способ. Да, конечно, можно просто сказать, что это разводняк, не попробовав, но на самом деле я вам фигни советовать не буду, поскольку я там поднимаю очень крупные суммы. На этом казино можно заработать намного больше, чем средняя зарплата у нас в стране. Но так же, как и выиграть, вы можете и проиграть, поэтому лучше не заигрываться и выводить деньги, пока вы выигрываете. По ссылке, которая находится здесь в описании, вы можете получить 100% на депозит. Это значит то, что если вы вкидываете 500 рублей, у вас автоматически получается 1000 и так далее. А также, если ты с Украины, то не забывай подключать VPN, потому что это русские сайты. Для того, чтобы на него перейти, ты должен это сделать. Играя на казино Вулкан, я уже сумел заработать много денежки для того, чтобы ездить по другим городам. И тогда, когда потеплеет, мы уже будем с вами видеться в других городах, я думаю, будем делать сходки, поэтому я всем советую зарабатывать на этом казино. Это нифига не развод, все реально действует. По ссылке в описании переходим, регистрируемся и выигрываем. Знаешь, я, короче, пытаюсь сделать выход, только хвататься рука. Блядь, сука, блядь. Пришла и оторвала голову нам. Ебучая весна. А если попал, конечно. Сука. Короче, 58 февраля на дворе. Просто жесть, ужас, отвратительно. Я всю зиму ждал, когда начнется весна. Теперь я хочу, чтобы эта конченая весна поскорее закончилась. Короче, у нас все мокрое, скользкое, как вы можете заметить. Нигде здесь не попрыгать, не полазить, потому что можно в любой момент просто подскользнуться и упасть в самый низ. Я думаю, по залазу вы прекрасно поняли то, что это был полный трэш, и в любой момент я мог просто взять и сорваться, поэтому за мной лучше не повторять, а просто смотрите мои видосы и ставьте лукасы. Снизу, я думаю, что нас уже будет ждать охрана, поскольку нам пришлось сюда забираться очень интересно. Я думаю, что мы будем вылазить и убегать от охраны. Будем вылазить так, как мы и залазили. Очень круто. Типа в стиле ассасинов. Все дела, как это вы любите. Ребята, которые смотрят это видео на ютубчике, спешу вас огорчить, потому что мои подписчики в инстаграме уже видели фотки с этой крыши и знают, что отсюда будет выходить очень крутое видео. Поэтому, если ты еще не подписан на мой инсту, подписывайся и ставь лукасы, потому что там выходят очень крутые фотки. Также подписывайся на всех моих друзей, с которыми я вот сегодня лазил, потому что у них тоже крутые фоточки. Подтверди. Да, очень четкий, очень четкий. Короче говоря, мы уже здесь натусили, вон там сзади ребятки фоткаются, и будем спускаться, и будет что-то интересное. Короче, посмотрим. Мы уже спустились в самый низ, сейчас наша задача аккуратно и тихо спуститься. Сначала мы должны перелезть в пристройку, а после этого спуститься очень аккуратно и тихо, чтобы нас не засекла охрана. Короче, в этом заключается вся сложность попадания в это здание, поскольку охрана здесь просто до хера. Thank you.
просидели, проныкались где-то минут 10. Сейчас будем аккуратно выходить. Я не знаю, что нас ждет, потому что если здесь примут, то здесь будет просто полный пиздец. Из-за того, что здесь военизированная охрана, и здание еще не сдано в эксплуатацию, за это просто должны поставить Лукаса, потому что мы тут прячемся от охраны и стараемся как-то снять очень крутые видосы. В общем, сейчас будем выбираться. Вон, короче, если вы видите, вот будка ЧОПа, там сидят охранники. Вроде бы рабочих внизу нету, все чисто и можно слазить. Та-та-та-та-там. Ну что ж, все намного проще, чем казалось. Что ж, ребятки, я думаю, вам понравился данный видосик, потому что он получился очень крутой и эпичный, поскольку мы проникли в здание, где никого абсолютно не было, где мы ныкались от охраны. И я думаю, это заслуживает вашего лайка, поэтому, короче, обязательно подписка на канал, если вы хотите видеть похожие видеоролики и намного круче видеоролики. Обязательно подписывайся на моих друзей в инстаграмчике и в ютубе, все ссылки есть в описании. Не забывай про колокольчик, потому что с ютубом какие-то траблы. И уже жди, в следующую субботу будет мега крутой видос с нормальной погодой. Но, по крайней мере, я на это надеюсь. Всем пока!